Следующий вопрос. Катлюль хинзир. То есть вопрос, какой побочный, второстепенный. А можно убивать свинью или нет? Фиса хейна на бихурейра радиаллаху анху. Приходит у Бухари и Муслима со слова Бухурейра, анна набия саллаллаху алейхи ва саллям акаля, о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Валлади нафси бияди, клянусь тем, чьей длани моя душа, ляющий канна ан янзиля фикум ибну Марьям, хакаман кис мухситан». Говорит, вот уже приблизилось то время, когда снизойдет к вам Иса ибну Марьям, который будет судить по справедливости. Фаюксир ас-салиб, и он сломает кресты, ваяктуль аль-хинзир, и будет убивать свиней, ваядау аль-джизья, и отменит джизью, то есть отменит дань, так или нет, с кого? С христиан и с иудеев. То есть останется только сражение с ними. Либо принимают ислам, либо происходит сражение. Этот хадис приходит у Бухари и Муслима. То есть в нем, для чего он приведен? Указание на то, что приходит разрешение на убийство свиньи. Кали аль-Хафиз ибн Хаджар, сказал ибн Хаджар, кали ибн Тин, сказал ибн Тин, шазза ба'ду шафиия факаль. Говорит, некоторые из шафиитов отклонились в этом вопросе и сказали, ла юхталю аль-хинзир, иза лам якун фи дарава. Говорит, нельзя убивать свинью, если от него нет вреда. Калю аль-джумхур аля джаваз катлихи мутлакан. Но большинство ученых считает, что разрешено убивать свинью в любом случае, есть от нее вред или нет от нее вреда. Валь-хинзир бивазни гирбиб, ванунуху аслия. Говорит, слово хинзир идет по вазну, то есть по форме какого слова? Слово гирбиб. И говорит, ее нун хинзир, то есть нун посередине является ее основной, то есть коренной буквой. Вакиля заида, а некоторые сказали не основной, добавочной, у мухтар аль-джаугари, это мнение выбрал аль-джаугари, таиб, это уже что из науки арабского языка. И более правильное мнение в этом вопросе, то, что свинью убивать можно мутлакан, в любом случае, то есть приносит она вред или вреда не приносит. Далее, следующий вопрос.